Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур, Григорий и Артем. Мы продолжаем играть в Звездные войны. Находимся на Корусанте. Поздоровайтесь. Привет всем. Всем привет. Вот, сейчас мы пойдем по квесту нашему общему, и там рядом квест Артура находится основной, я так понимаю, да? Да, это у вас там было, в этом маркете. Но в основном, короче, все мы будем проделывать тоже на этой локации и на следующей. То есть, да, зона настоящих боевых действий. Эти бандиты, которые захватили картели тут. То есть, прям Мексика какая-то. Угу. Такой, казалось бы, мегаполис, и не могут просто усмирить всех. Не, ну тут какой-то, охватить. Как в судье Дредди, просто не успевают. Бардак, да, они еще никак не могут оклематься от нападения ситов. Сколько, 20 лет прошло? Ну, что-то вроде того. Так, тут еще квест. Хорошо. Ой, я, говорит, в отчаянии. Я бы хотел тебе помочь. Но, говорит, у нас нет людей свободных. Так для чего, говорит, вообще республика нужна? Чтобы просто сквозь пальцы смотреть на страдания чужих? Ну, типа пришельцев, да. Почему организация, говорит, вообще не защищает жителей эллинов? Никакого правосудия для нас нет. Нами правят гангстеры, которые называют друг друга гильдии торговцев. Ну что же вы, говорит, тут живете? Мы не можем вам тут гарантировать безопасность. Наши дома были погребены под огнем во время войны. Не наша вина, что бизнесмены здесь все бандиты. Что-нибудь мы можем сделать? Я не знаю. Все очень плохо. И мне действительно кое-кто нужен. Так. Опять жалуются на то, что гильдия торговцев должна была защитить их, но этого не происходит. Но теперь похитили его подружку Лию, и она работает проституткой. Заставляют ее танцевать ради удовольствия этих бандитов. Зачем, говорит, она похитила? Потому что он не заплатил деньги вовремя. Защита. Да, в республике ничего, говорит, не может сделать. Ой, да, говорит, да ладно такой. Это, говорит, все потому, что я синий. Да-да-да. Да. Ну, инопланетян тут притесняются. Да, помогите, говорит, спасите, я, говорит, вас вознагражу. Хорошо. Слава предкам. Я, говорит, не могу вам передать, что она для меня значит. Она красивая наталанка, которая с зелеными волосами. Ну, зелеными отростками, в смысле. Ой, я хоть вспомнил, как эта раса называется. Ну да. Все, в башке крутится, не могу. Убитый горем, товарищ. Конечно. Я не буду вам спойлерить, но все не так просто с этим квестом. Все, короче, знаю, в принципе, в одну сторону. Так, а я нет. Поэтому. Поэтому Тёма все закончится. Просто не спойлерить. Так, Тёма, твоя очередь переводить. У меня. Ой, господи, я упорот. Я упорот вообще. Так, согласно, в общем-то, записям охраны. Время, короче, я капитан Деннелзон. Сенатор, говорит, сказал мне передать вам информацию про похищенным вещам. Ну, чипы у него какие-то сперли, как мы знаем в предыдущей да, серии. Да, 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 да. Это тот квест, который мы взяли там побочный. Где я найду этот груз? Я на сенатора не работаю, нужна эта информация, нужно прийти к взаимопониманию. Хочешь, говорит, узнать, откуда это вообще вещи и для чего они вообще нужны? Эти чипы компьютерные, про которые он говорил там, что они очень помогут. Ну ладно, ведь рассказывай, зачем эти чипы. Чипы с планеты Райланд. Они разработаны, чтобы контролировать удаленно рабов. В общем, это ошейники. Согласно какому-то, короче, закону, в общем-то, они нелегальны в пространстве республики. Что-то вроде того. Зачем? Чипы такие для этих ошейников? Без понятия, но это ничего не меняет. Закон есть закон. Короче, они распространяются среди этих, среди этой гильдии торговцев, эти чипы. Это уже наша проблема. Говорит. Нужно уничтожить их или принести, ну, короче, принести ли сенатору или ему. Угу. Чтобы их уничтожить. Найдите чипсы и убирайтесь. Чипсы.
Чипсы. Чипы найдите. Их 7 штук. В общем, такие дела. Чипы мошенников рабов, чтобы контролировать, бить током. То есть, как непослушных собак. Ну, это да, у нас за ситов, когда играли. Так, все, выходим в зону боевых действий. Нет, была. Нет, здесь кодекс, ребята, назад. Да-да-да, подожди. Звездные войны, эпизод 7, да, джедаи ищут чипсы. Подожди. И чувак тупо вперед бежит и все, и почему-то... Не, тупо не поворачивай его. Не-не-не, вот он, я вообще ничего не нажимаю, он просто банально бежит вперед. Ну здесь нам квест так, у нас. Так, хорошо, ребята. Подожди. У меня же сзади квест. Тема слева. Тема. Да я вижу. Я же говорю, у меня упор это управление почему-то стало вдруг. Так, ребята. Это не ваш квест, похоже, тут, да? Я не могу ничего активировать. А, вот. Нет, почему наш? Можно. Присоединитесь. Я подбегу. Секунду. Что-то слишком много квестов. А здесь мы все их в одной территории фактически будем делать. Ну да, я знаю. Так, Артём, что у тебя? Сейчас. One second, я уже тут. Вот, join. Неполадки какие-то были. Так, опа. Вырезайте электричество, если придется. Мы не можем позволить им пролезть в нашу сеть. Капитан Винборн, сенатор Кэл, сказал, что вам нужна поддержка. Как ситуация? Нас на куски тут рвут. Мы не тренированы, чтобы драться с армией убийц. Эти гангстеры очень хорошо организованы. Тренированы на номерах внешнего предела. Убили уже тысячи. Да они запросто, говорит, уничтожат даже башню Сената. Зови своих людей. Мы справимся с преступниками. Все не так просто. У них есть план. В общем-то, они взламывают всю сеть, в общем-то, в этом секторе. Полно, в общем-то, аварий в воздухе происходит из-за взлома этой сети. Нет, короче говоря, они взламывают сеть, которая следит за тем, чтобы астероиды не били по планете. Если они отключат, то башню Сената просто разнесет метеоритным штурмом. Шарахнет. Что это что-то с движением. Короче говоря, они слишком далеко зашли, надо их угомонить. Короче, их тут полно. Нужно их оттеснить и вырубить эти терминалы. Вручную. Ладно, мои люди, говорят, вам помогут. Удачи. И сел так, спрятался. Да-да, храбро. Там же стреляют, там же опасно. Так, ну что, ребята? Здесь больше ничего. Все, идем воевать, да? Ну да. Воевать. Тут уже повоевали подписчики. И всех уже убили. Хорошо. Так, ребята, я вас подожду. Так, нам, по идее, вообще всю эту локацию надо исследовать. Это круто. Клуто-клуто. Это клуто. Осень клуто. Это клюто. Так, ребята. А, вот и все. Хорошо. Пацанята. Все, погнали в атаку. Ну, довольно сильный, да? Ну да, неплохие такие ребятки. Но, учитывая, что у нас тут просто зерграж получается. Да-да-да. Вообще без разницы, сильные там, слабые. Так, кстати говоря, я смогу лечить. Так, сильно далеко не разбегаемся друг от друга, чтобы засчитывалось всем. Ну да. Убийство от этих чуваков. Да? Джек Шепард. Ну да. Такой, да, Джек Шепард? Ну потому что уже... Утулил вперед. Я бил врагов. Ну, это Джек Шепард, чем тут удивляется. Ну да. Спецназ! Толково. Они мертвы уже давно. Так, а давайте наверх не поедем пока. А нам прямо надо. Вон, за Джеком Шепардом пойдем. Хорошо, но тут, по-моему, у этой гильдии торговцев наступил не самый удачный день. Потому что... Человек 30 на их локацию прибежал и всех чистят. Да, причем разного уровня совершенно. Ну да. Так что не везет сегодня им. Просто вынес. Везет в любви. Так, хорошо. Бедный робот думал, что не так. А нам нужно здесь эти три штучки починить. В общем, доступ к какой-то там сети. Где-то найти такие штуки. Давайте вот сюда за мной, Ребзи. Давай. Вот я что-то вижу. Просто. Что там? Вот я стою над чем-то, похоже. Нет, подо мной пропасть.
Просто... А, это... Все, понял я, извиняюсь. Это зона, это центр зоны, в которой нужно чистить. А, во-во-во, смотри, я тут что-то нашел. А ну-ка, попробуй починить. Ну, давай. Сейчас, подожди. 11 раз сделал. А, ну все, все, сосчиталось, да. Ого, давай мочим вот этого большого. Где какой большой? Вот, блядь. А где? Ты смотри, что вы там делаете. А я тоже... А он серенький нам, да? Знаю, валим его. Нет, он серенький, потому что его уже просто вы начали убивать. А, вернее, его но начали не Тёма, убивать. Да? Да. Нет, я уже World когда босс, пришел. Герой, World уже... Boss. Давай, мы все равно. Я уже когда пришел, вот тут толпа рубила. Уже зажали, он такой, я хотел быть крутым, там, да. Русские пришли, все. Русские джедаи. Клево. Ну да. Джедаи, откуда вы будете? Россия. О, майн год, да. Мечами не помахают. Нормально. Откуда камни берутся вообще? Я отовсюду поднимаю камни и бью. Нормально? Так и надо. Не задавай вопросов никогда таких. Просто бей. Дают, бери. Да. Хватит попыток, просто бей. Клёво. Я надеюсь, нам тоже опыта дадут, хотелось бы. Вряд ли. Она вряд ли дадут. Просто охота сломать эту сволочь. Нет, ну ты посмотри, у него 191 тысяча. Да. Ну, нормально. Осталось 13. Интересно, кого он бьет? Все. Даже опыта не дали. Нифига не дали. Печально. Оно того стоило. Ладно, зато заковыряли какого. Так, я еще одну чиню. Сеть. Окей. Вот, нам третья нужна. Вот тут наверху Артур. По-моему. Хорошо, пойдем. Я сегодня вообще какой-то разбитый. А, вот да, я нашел. Да, вот ты нашел. Ну, логично. Я вообще не замечаю, что он делает. Ты вообще у нас просто электровеник. Вчера стрим делал по краю эфиру. Кстати говоря, кто не видел, всем советую зайти на канал Сатурнис ТВ. Ля Сатурнис ТВ. Посмотреть. Ля Сатурнис. Ля Сатурнис. Стрим по краю эфиру. Довольно забавно было. Но ты упоротый какой-то, ты не боишься этой игры. Ну почему-то да, я, честно говоря, думал, что зато будет страшнее. Было. Да ты там всех напугал. Игра такая, не-не-не-не-не. Только не он. Так, ты где? Так, а где Артур? Я о, иду за вами. Так, у меня просто спринт вырублен, поэтому я бегаю. А зачем ты вырублен? Ну, он у меня по умолчанию был вырублен, потому что я на этом компьютере его не успел включить. Бум. Бум. Хорошо. Бум. Ребята, я спешу на помощь. Блин, даже не вспомнил. Прикольно лечить так, на самом деле. Мне вообще нравится вот именно. И в батле всегда нравилось лекарем быть. Призвание, наверное, вообще. Да, призвание такое. Помогать быть людям. Лекарем в батле. Так, что за сундучок? Так, нам нужно 7 чипов оттуда достать. Да, окей. Один есть. Вот еще. Нет, это не оно. Они здесь... У кого долго? У кого человек сосед проснулся? У меня внизу, причем этажа на два ниже. Это странно. Мой человек-сосед переехал к тебе, поздравляю. В потолок, что ли? Чёрт тебя дери, Артур! Короче, вот эти ящики, они рандомно, любой из них может быть опять, то есть... Тут уже все поподчистили, я смотрю. Когда я играл, вообще эти ящики обновлялись через каждые 15 секунд. То есть... Тут просто видишь народу. Ну да, народу еще полно, конечно. Уже пооткрыто все. Так, ну мы куда пойдем, налево или направо? Полно. Джек Шепард, веди, сегодня ты у нас самый вменяемый, похоже. Ладно, давайте. Да. Я просто за тобой бегаю 7-5. Ящик сзади появился. По-моему, нет? Нет, 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 вроде. Да. Ты у нас самый вменяемый, вроде сзади ящик был. Нет, нет, ну да. Нормально. Так, а чё пареньку плохо так? Ой, тут кто-то умер. Я его вылечил. Так, ну да, надо еще наковырять 20. Бум. Вот надо кого вот ковырять, просто убивается. Ну, по идее, вот на этих можно так, не нападать. А что там за кристаллы? Можно не нападать. Можно не нападать, но... Да. Но нужно, да. Почему бы и нет? Я ничего не мог с собой поделать. Вообще не вижу тут больше. Наверное, просто они там, все эти ящики с чипами. Ну, мы и назад еще вернемся. По-разному могут быть.
Да, ящики мы по-любому соберем, так что не волнуйтесь. А вот еще один. Вон они, вон они, вон они. Это ваши, да? Вот тут задание. Или что это вообще красное такое? Этих людей можно не бить, роботов, точнее. Я вижу ящик один. Набирайте ящики. Все, еще один чип. Толково. Еще один есть. Толково. Так, у меня. Кстати, два. Надо каждому на этот нажимать, да? Вот Артур еще один. Да, да, всем не засчитывается. Это ПО, еще один вижу. Три. Подожди, там кто-то просто. А, вот один нападает. Зачем? Почему они это делают? Да дебилы какие-то, я не знаю. Это ж вообще без вариантов. Бум нету. Нормально. Так, джекшеп. В меня стреляют, я чип собираю. Нормально. Я так еще развернулся, мечом такую пульку отбил, типа, ты че тут по мне стреляешь? Иди, будешь собирать. Так, 4. Хорошо, 4 штуки. Так, теперь нам надо, а, вот эти еще убить. Потом подняться наверх и спасать эту девушку-то. Похищенную. Ну да, спасать. Я думал, девушку-хищницу. Так. Сделай хищника, Тёма. Хищник? Нет, не сегодня. Блин, я слишком упорот, чтобы хищник. Так, а вы наверх поднялись, да? Да-да-да, по лестнике. А Чубаку сможешь? Чубаку? Нет. Не тот настрой. Это как обычно. Сегодня дядя, покажи там. Вот она, кстати говоря. Кстати, да. Похищенная и очень страдающая девушка. Да-да-да-да. Вот нормально. Ищешь танцовщиц для частной вечеринки. Привация, короче, ищешь. Я здесь друга ищу. Риа де ла Ру. Она только что ушла. Что там? У меня для нее у нас, короче, еще нет костюма до сих пор. А, она только поступила. Да-да-да. Как, говорит, я могу вас ублажить? Я не знаю. Ника тебя беспокоился. Он сказал мне, чтобы я тебя отсюда вытащил. Черт побери, нужно было догадаться. Я боюсь, что я просто трачу ваше время. Я здесь не против своей воли. Объяснись, пожалуйста. Она не что? Все в порядке. Рассказывай. Вот это поворот. Я должна сказать. Должна была сказать Нику правду. Жизнь с ним была просто ничтожной. Да. Он, в общем-то, ревновал, все такое. Сводил меня этим с ума. И тут жить лучше. Да, лучше она, в общем-то, останется здесь. Ну, как говорится, как там этот лучше... мем про медведя в кустах? Да-да-да-да-да. Скажи, говорит ему, что я покинул Крусант. Если ты думаешь, что я улетела, в общем-то, он сможет двигаться дальше. Как тут не помочь-то? Оставайся здесь. Stay here. I'll be back. Будь со мной. Я ценю тебе твою помощь. Надеюсь, ты увидишь меня еще. Придешь, то есть. Ну и воспользуешься моими услугами. Неформальная ситуация. Прекращаем. А потом этот сел, сгорел, да? Да-да-да. Как эта картинка, горящий автобус едет, слишком много медведей внутри. Вот, я нашел, кстати, еще один ящик. Кстати, вон, нет, ящики опять можете спуститься и... А, там наверху еще есть? Да, вот я один нашел. А, ну хорошо, я иду. 5 из 7. Сатурнис. А где он был? Да вот. Блин, да что ж я такое втыкало сегодня? Есть цикало, есть втыкало. Да-да-да. Я втыкало. Так, внизу там тоже горишь, да? Там, ну, они просто обновились. Спереди еще один есть. Да, вон уже, в принципе, все. У меня 5 из 7, и вон еще 2. У меня 6. Я возьму там правый. Бери его. Take it. 6 из 7, и вон 7. Все, я взял. Возвратитесь к сенатору Барку. Хорошо, насчет этого готово. Теперь у меня задание «Секретные сигналы». Ну, это мое главное задание. Кризис в галактическом Сити. Нужно вернуться к капитану Винберну, потому что мы победили всех. Мы по героику пойдем сейчас. Кстати, по этому квесту мне еще нужно одного человека убить. То есть, да, мне сложно. Ну, ладно, пойдем обратно, что ли. Тут больше, по-моему, в этом закутке ничего нет. Почему? Вы меня слушаете? Нет, пойдемте. Нам надо на героик же. А это наверх нам надо или куда? Да, а, да наверх, по лесенке. Ну, на героике мы будем втроем, так что
Да, нормально. Там плюс 2 хероя, поэтому я думаю, мы справимся втроем. Тем более. А, тут еще он проходит. Гришки. Уровень побольше, да. Ну да. Так, так что проблем быть не должно. Может, ох ты, нифига себе. Япона мать. Смотри, тут вот то, о чем я говорил. Летишь, летишь и упал. А ты говоришь. Не прикольно, не прикольно. Оп. И вообще, конечно, классно все сделано. Просто. Просто зачет. Так, подожди, это мы по сюжетному или это я героик? Помню. Это здесь нам надо будет сейчас мега супер злого мужика убить. Так, ребята, давайте воюйте, а я буду лечить. Что-то я не особо лечу, не успеваю, слишком сильно тебя сносит. Да? Ну я, в принципе, в свое время от героя вдвоем проходил. Не, он плюс 2, он на 2 и рассчитан. Так что справимся. Так, не забывай лечиться. Ну да. Ну да, неплохо. Я думаю, сначала лучше с других сторон обойти, а здесь главный сам босс, поэтому мы его сейчас не запилим, я думаю. Пойдем. Пойдемте. Ой, почему медленно? А вот. А че у меня руки синие? Артур, это ты? Понятия не имею. Да, скорее всего, какой-то баф. Что-то такое тут. Так, неплохо бьют туда. Изучить. Да. Я что-то изучаю. И 600 опыта вылезает. Потом меня лупят. Делись лучше там. Смотри, он тебя меня особо хорошо. Почему он не прыгает? Так, от меня, пожалуйста, отойдите. Этого не нужно делать. Сейчас, да, отойди, я сказал. Сейчас. О, я какого-то... Вон в щите, да. Пушка опасного бью. Ну, хорошо. Ой, ушел. Тейкол надо все-таки автоподбор сделать попозже. Ну да ладно, так, хорошо. А я так собираю, мне не в напряг. О, тебе леггинсы. Так, силовый. Так, пацаны, меня спасайте. Да-да-да-да. Ты что тут делаешь? Ты на кого напал? Хорошо. Ну, вполне себе слаженно получается сегодня. Так, лечимся. Лечимся. Лечимся, так лечимся. Так, тут какую-то штучку исследовать надо. Да-да-да, 600 опыта дадут. Толково. 600 опыта, это хорошо. 600 опыта, это я люблю. Я люблю. Вообще язык заплетается сегодня, капец. Так, это вы что там нашли? Друзей? Ты чё, наши новые друзья? Эй, смотрю, им понравилось. Ну да. Чё там? Ох, опять тяжело. Опять хэви. Клёво, сейчас Тёму оденем. Угу. Тёма, одевайся. Сейчас. Ой. Так, штаны. Хватит. Ой, ой, Артур, я не успел подлечиться. Ну что ж ты. Да ладно, нормально. Да, нормально. Оп. Поднялся. Я не могу менять штанишки во время боя, мне пишут. Именно штанишки тебе так написали? Ну да. Штанишки во время боя менять не должен ты. Так, вот это какой-то душный паренек. Душный? Давайте я буду лечить, я думал, вы его уже убили. 10 тысяч. 10 тысяч. Здоровья у него. Тихонос. Да. Тихонос? Просто стальные, да? Просто дьявольски стальные. А кто так орёт страшно? Вон. Такой же ровный. А, он ровный. Такой. Представь, с кем дерешься вот так вот, да? А он так орёт. Пусть каждый удар. Жалко станет. Я пить тебя больше не могу уже. Оо. Ну это техпауэр. Это не меня точно. Где генератор? Where is the trigger? Так. А что такое генератор? И почему он нужен? А это кому-то технику какому-то должен быть он нужен. У нас есть техники? Я думаю, нет. Нету. Так. Вот тут шляпа всякая. Так, вот здесь два босса. Один очень злой, другой не такой злой. Так что просто. Окей. Я переставлю там себе умение. Мне нужно оставить удар. Что-то я как-то поспешил его поставить на единицу. Так, теперь abilities. General. Подожди, где обычный удар?
Обычный удар у нас где находится? На единичке обычно. На единичке обычно, обычный удар. Где ж еще? Нет, сам по себе. Так, хорошо, ладно, я между сериями, похоже, разберусь. Ладно, пойдем. Мне, в принципе, это сейчас не мешает, но просто удар меча поставить. Я думаю, я правую кнопку буду нажимать на противника, он будет бить. Но это не так, оказывается. В общем, Тёма, тот, который поближе твой, дальний мой. No problem. А мой кто? А мы, твой который. Мы, лечи нас. Да. Лечи нас. Полностью. К тебе побежал один. Вот не надо вот этого делать. Смотри, как упорно. Короче, тут тоже сброда собралась. Там гоморейство. Сколько раз нету. Ага. Так, я своего убил, как у вас. Один нормально. Остался. Вот этот самый-самый-самый, в общем. Такой. Свинка. Просятка. Гоморианцы, это все. И... кредитные чипы. Ну ладно. Толково. Да, но неплохо так было. Так, что это? Ух ты, это хэви. Да смотри, одно тяжело дает, да? Ну нормально. О, так. Медиум, но это даже не меня. Почему? Потому что он легко одевается, как и я, похоже, да? А я возьму. Мне как раз в плюс оно идет, так что даже и не постесняюсь ни разу. Вон там, смотри, еще опасные люди. Так, так, ну сначала я думаю вот этих троечек. Сначала подлечись. Сейчас, секундочку, да, подлечись. Медпак возьмем. Так, тех троих, да, сначала? Да. Слушай, не получается, что они нас отбросили к тому четвертому. Джек Шепард отвалился. Продолжаем, хорошо. Джек Шепард, как обычно. Что за вопия? Ну не знаю, Юпикаэ я хотел сказать, но не успел. Юпикаэ. Как в этом последнем крепком орешке наши локализаторы лоханулись? Юпикаэ вместо него сказать что-то. Юпикакие, что ли? Че такое? Вообще позор просто. Трейлер? Ты неудержимых, я надеюсь, на английском нет, смотрел? Нет, я не мог смотреть на английском, потому что я смотрел не один. Понятно. Там я, кстати, тоже раз опять на уровне. Так, ну все. Нет, я говорю про крепкий орешек, про четвертый. А, про четвертый. Ну, это я помню, да. Зачем я себя лечу? Я вот только что кнопку переставил и нажимаю по привычке. Другое. Хорошо, ребята, давайте ломать его. Ух ты, как круто. Я тоже хочу. Да, он, в принципе, довольно слабый. Ты ему лицом просто в грудь вошел. Да на тогда, на. На гранату, на. Ну-ка, мега мощная атака, на. У меня, блин, руки синие, глаза безумные. Фига он мощный. В своем репертуаре. Я опасен, как всегда. На тебе. Просто взломали. Так, вот это... Ну, мне она, честно говоря, не нужна. Может, продаж. Ну, ладно, возьмем. Ну, в общем, так, Джек Шепард отдыхает. Ну, этот хероик довольно простой был. Да, довольно-таки простой. Плюс 2 и всего, и плюс у нас еще Джек Шепард перекачанный. Ну, такой просто дико перекачанный. А там толпа. Давайте вот эту серию закончим. И в игре вот классно сделали то, что мотивирует проходить эти квесты, то, что больше намного получаешь именно за выполнение квестов, чем за просто убийство монстров. Так что, короче говоря, не гринь. Все круто. Да, все круто. Извиняемся за небольшие технические сложности, но все круто все равно. В следующей серии мы пойдем дальше тут же еще, да, Джек Шепард? Или мы будем возвращаться и хвастаться? Мы вернемся, да. И у нас еще там подпост есть. Да, ну, короче говоря, на Крусанте, вот в этих местах мы довольно долго, я думаю, серии на 5, на 6 как минимум, потому что я помню, тут долго бегал. Ну, втроем, я думаю, это быстрее, конечно, будет. Ну, да. Я хочу именно быстрее вернуться в храм джедаев. Там просто эпично все разрушено, но очень красиво. Короче говоря, ладно, как обычно, меня понесло. И туда. Да, увидимся. Завтра в следующей серии с вами были Артём, Григорий и Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока. Всем пока.